дамы и господа, эстрадный оркестр Гомельской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Станислав Шныр. Лауреаты премии «Национальное достояние» арт-проект «Тенора 21 века». Солист театра «Новая опера» Александр Скворко. Солист Большого театра России, заслуженный артист Ингушетии Александр Захаров. Солист театра «Новая опера» Александр Богданов. Солист театра «Новая опера» Георгий Фарашев. Лауреат премии Энрико Карузо Марио Ланци Эдуард Семенов. Солист театра Станиславского Немировича Данченко, заслуженный артист России Михаил Урусов. Солист Большого театра России Максим Пастер.